Всем доброго времени суток, с вами Лисан Роуз, и мы сегодня попробуем игрушку под названием Poppy Playtime. Вышла уже вторая глава, первую я как-то, если честно, пропустила главу, я на нее подзабила, думала еще ждать второй главы до скончания веков, как со всеми играми, когда они выходят по главам, но оказалось, что нет, понимаешь, вышла вторая глава, я первую не играла, причем первая глава внезапно стала бесплатной, что, судя по отзывам в Стиме, многих людей триггернуло маленько, потому что, ну, люди за это денежку заплатили, а тут теперь ее раздают бесплатно. Это обидно, я согласна, это очень обидно, игра завирусилась в какой-то момент очень сильно, и я так и не поняла, почему. Возможно, потому что есть какой-то такой вайб Five Nights at Freddy's от этой игры, судя по всему. Вот. Что тут происходит, не знаю. Прохождение не смотрела, игра на английском. Буду переводить, насколько это возможно. Потому что, ну, мы можем себе это частично позволить. Вот. Ну, поехали, ладно. Давайте, значит, глава первая. Tight squeeze. Squeeze сжимать, tight узкий. Узко сжимать, допустим. Так, как бывший работник Playtime Corporation, ты наконец-то вернулся на фабрику спустя много лет после того, как все исчезли. А вернулся... Зачем вернулся? А не знаю, зачем ты вернулся, понимаешь? Вернулся и вернулся. Здесь же тебе больше всех надо, потому что... Так, вы увидите самую невероятную куклу, которую когда-либо изобретали. Ее зовут Поппи. И она первая интеллектуально развитая кукла во всем мире вообще. Маленькая девочка может говорить с ней, а Поппи может ей отвечать. Она единственная, она первая кукла в своем роде, которая может вести диалог с ребенком. Тяжело поверить? Просто смотрите. Крутое изобретение. Так. Поппи Playtime. Поппи очень похожа на реальную девочку и говорит, как она. Как реальная девочка. Меня зовут Поппи, я люблю тебя. Можешь помочь мне натереть мою обувь? Конечно, Поппи. Как настоящей девочке, Поппи хочет, чтобы ее обувь выглядела идеально. Спасибо. Ее волосы не будут выпадать, когда она будет, вы ее будете чесать. И она как-то пахнет, как цветок. И она Поппи говорит, я настоящая девочка, прямо как ты. Что же сейчас за время? Время играть! Если вы хотите узнать, как была создана эта кукла, покорившая всю страну, вы можете прийти к нам на корпорацию и посмотреть. Целый час вы будете наблюдать за волшебством. Чего же вы ждете? Посетите нашу фабрику немедленно. Ага. Ну, в общем-то, в принципе, все понятно. Придумали какую-то крутую куклу, которая тебе будет еще отвечать, ну, это топово. Это классно. Нет, вот ты знаешь, если так подумать, то я бы хотела в детстве такую куклу. Вот я как мечтала в детстве о этом, как его... Забыла, как называется кукла. Сейчас, значит, все думают, что работники исчезли 10 лет назад. Но мы все еще здесь. Найди цветок. А, мы получили кассету с... Понятно, кассету с этим видео и письмо, что мы все еще здесь, придите, спаси нас. А в полицию обратиться нет? Хотя, наверное, за 10 лет, если они их не нашли, то ничего. Так вот, я мечтала о Ферби. Я очень мечтала о Ферби. Я так сильно хотела Ферби, вы себе даже представить просто не можете. Но они стоили как почка у родителей, поэтому, конечно, мало у кого были эти Ферби. Вот, но потом они появились в Макдональдсе, вот такие мини-версии, я помню, у меня такая была. Правда, она была тупая, естественно, не отвечала. Ферби и сейчас, кстати, продаются, но я, правда, не знаю, чем с ними заниматься. Так, тут у нас закрыто. Ага. Мы не знаем, да, по комбинации. А, вот это Поппи. Поппи хочет поиграть. И вот этот синий медведь, да, который Хаги-Ваги, понятно. Как он связан с Поппи, я, правда, так и не выяснила. Ну, ладно. А, стоп, я же взяла что-то. Секунду. Я же взяла кассету. Вот магнитофон, вот кассета. Так. Хорошо, что здесь? Меня зовут Лиз Перри. Я здесь... Я, в общем, руковожу этой компанией.
этой фабрикой. У нас эта кассета закольцована, если кто-то когда-нибудь придет на фабрику. Хочу вас предупредить, что мы очень постарались защитить... В общем, система защиты здесь есть. Здесь есть скрытые какие-то датчики движения, и как только они включатся, включится сигнализация. Ты можешь развернуться прямо сейчас, если хочешь. Надеюсь, ты знаешь, зачем ты сюда пришел или что ты это делаешь. В общем, они сказали, если ты сюда придешь, здесь есть система защиты, но это не самое главное, то есть датчики движения какие-то, сигнализация, это не самая главная защита. Без спойлеров нам решили не говорить, что здесь будет. Вот, возможно, выйдет большой дядя сбитый, мы не знаем этого. Ну, в общем, здесь есть какой-то прикол, нам решили его не рассказывать. Конечно, зачем? Я бы лучше, наоборот, предостерегла, типа, если вы сюда придете, здесь такое будет. Понимаешь, зная, что там будет... Ты бы, может, и не стал лезть. Ну, согласись. Хотя вообще странно, что все еще эта, ну, фабрика пустует. Окей, здесь пропали люди. Она, наверное, по копейкам. Ну, за копейки. Ой, это кровь. Допустим. Она бы за копейки уже улетела, как вы считаете? Ну, я думаю, что она уже за копейки давно-давно улетела. Ее бы уже давно скупили. Все бы к черту снесли и построили новое. Если место, как, конечно, классное и все такое... Так, ну что-то я не знаю, вот какие-то еще игрушки, у них еще и какой-то робот есть. Очень похож на вот этот робот, который маленький такой, видели? У него вместо ручек вот такая пластинка, он что-то ей может брать, играть с кубиком. Дорогущий такой, 50 тысяч что ли он стоит? Или уже сейчас миллион? Так, катается поезд. Типа это цвет. Зеленый, розовый, желтый, красный. Давай посмотрим. Зеленый, розовый, желтый, красный. Так, зеленый, розовый, желтый, красный. Отлично. Так, ого. Представляешь, сколько здесь систем охраны? Так, здесь есть... Понятно. Короче, сюда можно вставить... А, вот кассету следующую, понятно. Так, рассказывайте, что там дальше. Это опять реклама, что ли? Их. А, какое-то приспособление. Надевается на спину, и вот у тебя есть такие руки. Так, а для... за какой черт они нужны? А, ты можешь... Ага, можешь схватить что-то издалека. Понятно, схватить предмет. Если предмет тяжелый, то можно взять, видимо, с двух. Но не рук взять... не нужно брать, говорит, работников за голову, а то произойдут технические шоколадки. Можно в две стороны стрелять. В общем, можно взаимодействовать, понятно, этими руками. В общем, используйте это, пожалуйста, с умом. Блин, клянусь, я пошла лапать просто людей. Докасаться до них и все. А, ага. Ага, ну давай. Окей, только у меня, правда... Ой-ой-ой-ой, только одна рука. А вторую мне не дадут, типа? Давай посмотрим. Вот, я взяла предмет. А как его обратно забрать? Ну-ка еще раз. Раз. А, просто отпустить. Все понятно. Так, и для чего же мне эта рука? Что-то ей надо сделать, значит, да? Может, куда-то я просто не доставала до этого? А, все, точно, вот оно, смотри, место. Хорошо. А это активирует проход, типа. Блин, а что так интересненько, удобненько, да? Смотри, разваренные куклы повсюду. Вот как она здесь оказалась? Вот есть идея? Что здесь забыла? О, привет, Хаги-Ваги такой классный большой. Смотри, какой прикольный стоит. Видимо, он взбунтовался, судя по тому, что он стал мемным, да? То есть, возможно, он взбунтовался за то, что придумали куклу, а его перестали покупать. На, пятюню. Так, что тут написано? Хаги-Ваги. Ага, его сделали в 1984 году. Значит, корпорация создала сотни каких-то игрушек, но они не контактировали с людьми больше, чем Хаги-Ваги. То есть, Хаги-Ваги был очень клевой игрушкой.
В общем, они создали игрушку, которая будет обнимать тебя всегда. Звучит не очень, давай честно скажу, это обнимать тебя всегда. В общем, хорошая, добрая, потрясающая книга. А, потому она и хаги-ваги, потому что она обнимашки делает. Но на нее, видимо, все забили, да? И как бы... Понимаете, так, вот сюда мы не пройдем, здесь нужна рука. А вот сюда мы очень даже пройдем. Не пройдем, понял. Опа. О, смотри-ка. Че, будем обниматься потом? Как ты мне скажешь потом? Нет, хочешь, будем потом обниматься? Я-то не против. Только не до смерти, пожалуйста, если. Вот если обниматься не до смерти, я еще как бы понимаю. Я все пойму. Может быть, поэтому его, знаешь, может, поэтому его перестали выпускать. Потому что он слишком сильно обнимал детей. Он настолько их любил, что обнимал их насмерть. Я бы могла в это поверить абсолютно. Почему нет? Так, что-то... Блин, что-то... А, ага. Нужно вставить провод какой-то, да, нет? Опа. А, мне нужно какой-то... Взять его, да? Так, это электричество дает. Это интересно. Ты хочешь мне предлагаешь второй рукой к чему-то прикоснуться? Это... Повсюду кровь. Вот что меня смущает в этой ситуации. Они говорят взять эту штуку. Я беру, от меня идет электричество. Я должна его куда-то... А, может вот сюда? А вот так, если... Надо передать электричество. Вот. Очевидно. Но как это сделать? Я пока не очень понимаю. А может обмотать? Смотри. Умно. Так, я обмотала. А, что-то теперь... Что? Хорошо, оно заработало. Обматываемся. Идем дальше, по всей видимости. Еще куда-то, еще обо что-то надо обкрутить, короче. А, вот оно... Фу ты, блин. Вот эта штука-то, куда надо было... На, ясно. Вот куда надо было прикоснуться-то. Я, блин, понять не могу. Ого. О, хаги-ваги исчез. Неплохо. Придет меня обнимать... А я не готовая. А мне обнимать-то нечего, у меня только одна рука есть. Как думаете, он сделает мне на это скидку? Он такой, ну как бы... Но кто его знает? Может быть, это и есть система защиты, о которой нам рассказывал босс? Такой, знаешь, шутник. Решил рассказать нам, понимаешь? Не рассказывать, что тут еще есть. Кое-кто. Кто вполне мог бы... О, хаги-ваги спрятался. Дружок-пирожок. А что, обязательно должно быть темно вот туда, куда я иду? Он такой огромный, он умудрился спрятаться? Вы меня в этом хотите убедить? Нет, ну это, конечно, прикольно, но... Я бы, мне кажется, не спряталась. Он же длинный, вы видали? Он в метра... Он как Годзилла, блин, 4 метра ростом. Как он тут мог умудриться спрятаться и куда-то деться? Это, конечно, пипец интересно. На потолок он не приклеился. Волшебник, число. Закрой дверь. Естественно, в этом никакого смысла нет, но я закрою на всякий случай. Так, мне нужна кассета. Оранжевая кассета. Может, Хаги-Ваги сошел с ума, типа? Разворошил тут кукол. Ага, взяли какой-то блок питания. Хорошо. Ага. Что-то надо сделать, да? Блин, я не думаю, что мне стоит прыгать. Я вот отсюда, можно? Возьму. Что я подбираю еще раз? Это что? Это... Правильно, на кой черт мне сообщать, что это? Хорошо. Тут должны быть еще электрические, значит, части. А я смогу залезть обратно-то? Ну, надеюсь, что смогу. Я, конечно, так очень самонадеянно спрыгнула вниз. Так это... Что это? А, это можно открыть. Хорошо. Значит, нам нужно еще, видимо, два блока питания подобрать. Ага. А, это проход наверх. Все, да? Да, нет? Проход наверх? Нет, это проход... Да, все правильно. То есть я теперь знаю, как вернуться назад. Хорошо. Это очень хорошо. Так, вот здесь я пролезу. Пролезу? Стоп. Вот так. Нет, не пролезу. А, вот зеленый вижу. Далековато, правда, да?
Понятно, через полки он не стреляет почему-то. Господи, кто разворошил все игрушки? Вот за что? Что они вам сделали? Во всем виновата Поппи. Вот ее и надо было. А может, она, блин, развилась как сверхразум и, ну... Развилась как сверхразум, и все. И настроила всех игрушек против. В это тоже можно поверить. Кто его знает? Восстание машин, может быть, здесь. Мы посмотрим. Так, и нужен желтый еще. Ой, не желтый, а какой-то другой. Забыла, в общем. Какой-то цвет еще нужен, вы видите? О, красная перчатка. Но она, видимо, не откроется, да, пока я не найду. Так, так, так. Ладно, давайте наверх. Сейчас я вставлю этот блок и хоть буду понимать. Еще нужна вообще-то кассета оранжевая. А то я не понимаю, какого цвета не хватает. Сейчас, сейчас, сейчас. Красный, да? Ага. Бляха, так вот ты где. О, нашла наконец-то, прикинь. Хожу тут ищу, не видно ж вообще ничего. Еще какая-то яркость поломатая. Так, все это, конечно, крайне весело, но... меня волнует, где это самое, кассета. О, кассета! Отлично, все, наконец-то у меня есть кассета. Блин, что-то я так долго здесь возилась, вообще ничего не видела. Так, давайте посмотрим кассету для начала, так. Так. Где вы храните коробки с Хаги? Я не знаю, не хочу... Никто в этой глупой компании не знает, что они делают. Я тебе клянусь, я не видел ни одну коробку на своем месте за все это время. Так, ну, в общем, да, один работник спрашивает другого, где коробки, второй говорит, да я понятия не имею, здесь вообще, говорит, никто понятия не имеет, ты хоть раз, говорит, вообще, я тут вообще, говорит, ни разу не видел, чтобы хоть кто-то положил хоть одну чертову коробку на ее, блин, место. Вот прям, прям он прям злой, я понимаю. А что там дальше они обсуждали, к сожалению, я что-то сложный английский пошел, так что извините. Я пытаюсь, честно. Ну, короче, да, все коробки разбросаны черт знает где, они потеряли коробки с Хаги-Ваги. А мне кажется, они не потеряли коробки с Хаги-Ваги. Хаги-Ваги восстал, точно. Просто я так уверена. Вторая рука! Отлично, давайте ко мне. Бляха, вот теперь у меня две руки, все, теперь если он захочет меня обнять, так ему теперь не будет меня жалко. У меня же две теперь. Ты меня просто отдашь. А, я думал, тут будет загадка, рычаги, типа, какие-то. А, ну, это хорошо, я-то думала, придется прям поразмыслить, порасшарить как-то, но нет, видишь, не надо. Это хорошо. Так, поехали. Раз, два, с. Интересное приспособление, на кой черт, правда, они его придумали на фабрике игрушек? Вопрос, конечно, очень интересный. Ну, то есть, должно же быть объяснение, зачем они это сделали. Что, просто так? Чтобы было? Ну, не знаю. Так, туда я не могу. Что надо сделать? Я могу без конца нажимать эту кнопку, но вряд ли это выход. Типа, что надо сделать? Нужно схватить, чтобы завершить. Без понятия, сиркуит, зикурат закончить. Я не знаю, что, как это должно переводиться, что это такое? Надо перевести, подожди. Так, короче, схема. циркут. Это, в общем, схема. Переводится как схема. А, так тут еще и проход был, оказывается. Вот это я, конечно, для дебилов прям, да. Ой. Так, а что-то... Ага, один... Два. Что? Один. Два. Не понял. Так, ну-ка. Сделала. Видимо, вернулась и нажала, да? Ой, блин, ну все, я старею. Мне эти загадки, я вообще ничего. Просто в прострации, как говорится. Господи, если игра дальше станет сложнее, мне что делать-то? Плакать? Все вместе будем в комментариях рыдать? Спасибо. Что-то было. На меня выкидывают какие-то останки... Господи, останки. Куски кукол останки. Не, ну мало ли тут бойня была кукольная. Мы не знаем. Возможно, это и останки. Ага. Так, хорошо. Зашибись, куда мы пришли? Слишком умиротворяющая музыка, меня это смущает. Заведи друга. А, что? Сделай друга. Угу.
То есть мне собери себе друга. В общем, все, что нужно, это подходящие части, видимо, каких-то кукол соединить. И тогда эта игрушка... В общем, все, что ты соединишь правильно, у тебя получится игрушка, ту твою. Как скажете. А и вот здесь я получу. Никто не уйдет без игрушки. Понятно. В общем, прикольная, кстати, тема. Приходишь на эту фабрику, собираешь сам себе игрушку. Ну да, но тут что-то надо сделать для начала. Мне нужно пропустить через вот эту, вот этот аппарат игрушку. И, возможно, на выходе получится игрушка. Видимо, моя личная игрушка. Нет, это определенно классно. Подсвечено пока только это. Я не понимаю, почему это не работает. Ну да, оно вот нажимается. Все такое гигантическое здесь. Мне кажется, здесь так некомфортно, наверное, находиться. Ну, знаете, вот бывает такое, когда некомфортно в высоких потолках. Прям не кайфово. Так, ладно, мы отсюда выпали. Я, наверное, пойду наверх пока. Ну, в общем, тут же есть лестница, по которой мы не ходили. Пойдемте по лестнице. Непонятно, что там, не дергается. Видимо, нужно запустить этот аппарат для начала. А, тут розовый, понятно. Нужно найти этот. Что найти? Розовую кассету. Ну, где-нибудь здесь она, наверное, лежит. Так, это первое. Понял. Сейчас будем соединять электричество, ребят, наше любимое. Так, а отсюда можно дотянуться? Хорошо. Так, раз. Ага, так ты не дотянешься, понятно. А вторая есть? Ничего так не происходит, да? Так, ладно, давай обойдем до конца. Это что у нас? Это два. Ага. А, все, я поняла. Тут не пройдешь, да, наверное? Нужно одно, вот такую. Сейчас вот я возьму вот отсюда красную. Получится? Давай. Давай, ты можешь. Да можешь ты. Хорошо. Сюда. А я хватаю вот сюда правой ручкой. Видимо, это работает не так. Петельки лишние не делаем. А как-то красный можно? Спасибо. А, подожди, вот так? Стоп. Ого. О! О, и я дотянулась, да? Все, теперь мы можем собрать своего друга. Вот так счастье. У вас точно все нормально с проводкой, видали? Я что-то даже прикасаться к этим электроприборам бы не стала. Они что-то прямо бьются током, искры летят. Это как вообще? Нормально, по-вашему? Я бы не стала собирать себе друга таким способом. Так, нужно обязательно нам найти кассету. Потому что я не знаю, где она. Но здесь ее точно не было. Хотя эти кассеты то такие яркие, то такие вообще незаметные, знаешь? Но тут вроде не было. Это где-то внизу, наверное, кассета. Понятно, так не работает. Ага, то есть все равно не сработало. То есть я все это запустила, но... Погодь, так я не запустила в итоге. А я думала, запустила. Так ничего не заработало, оказывается. То есть оно начало работать и перестало. А что же я сделала не так? Ну-ка еще раз. Еще. Нет, ну там какой... Нет, все, все, я все сделала здесь. Тут подсветилось, включилось, якобы. Здесь вроде тоже все включилось. Что-то я... Что-то вы меня путаете. Короче, вы не поверите, игра сломалась, я подключила все провода, и я посмотрела специально у других прохождений, просто проверить, типа, что-то я не то сделала. Я пустила электричество, все должно было заработать, но оно не заработало. То есть я умудрилась сломать ее. Ну, я считаю, где-то там надо надеть вот так вот шапочку. Ну, вы сами видели, да, что ничего не работало. То есть мне придется сейчас перепройти до того момента супер быстро, потому что... как я могла это сделать? Я сломала ее, правда, я не понимаю. Должно было загореться на экранчике Power On. И все, понимаете? А она не загорелась. Ну, то есть просто электричество прошло. Я проверила, больше его зажечь еще раз нельзя. Все как у всех сработало, а вот надписи заветной так и не появилось. Что это значит правильно? Я ее сломала, это нормально. Но надеюсь, со второго раза все будет проще.
Так, хорошо, надеюсь, в этот раз ты заработаешь экранчик, потому что я не знаю. Я не знаю, значит. Смотри, значит, идем. Вот я просто сейчас показываю, как должно было это сработать. Если это сейчас, конечно, сработает, потому что в тот раз все очевидно поломалось. Возможно, я поломал, но я в этом не уверена. Не хочу всегда винить себя, это даже несправедливо, знаете. От этого даже грустно. Ну, то есть, что значит, я всегда виновата? Абсолютно неправда. Ложь, трындеж и провокация, как говорится. Значит, я схватила вот так. Вот так пошла, пошёл, вот так пойдёшь, вот так пошла, оп. Так, и сделала вот так. Все заработало, музычка, да? Слышите? Вот это вот щелчки были? Были в тот раз, все то же самое было. Идем, хорошо. Нет, я должна понять, что ли я тупая, то ли лыжи не едут. То есть, ну, нужно же выяснить. Экран все еще не горит. А он должен гореть? Он должен же гореть. Других видосах у всех он горит. Она просто не работает. Ну, я чё, я как бы не шучу. И не выдумала это, но не работает все. Нет, это официальная версия. Я ее в Стиме скачала, если чё, кого-то интересует. Просто это не работает. О, кассета. Кассета, это хорошо. Так, ну давайте кассету посмотрим. Стелла. Что ты делаешь на работе в Playtime Corporation? Я играю в игрушки. Это было так поразительно. Потом я пошла в спальню на первом этаже, и это было что-то прекрасное. И я рада, что могу здесь жить и работать. Я могу подарить детям этот опыт и это замечательное чувство. Иногда я... очень хочу вернуться. Возраст, когда я была ребенком, это странно, потому что взрослые как дети, правда? Кто-нибудь вообще когда-нибудь чувствовал себя вообще взрослым? Вообще ты стареешь, а потом умираешь. Пуф, ха-ха-ха. Наши тела не могут оставаться вечно молодыми. Мы как деревья, которые могут... Самые старшие люди на планете все... Самые старые люди на планете все равно младше самых... младше деревьев. Так, ну, замечательно. Что-то ты вообще-то не в ту сторону свернула, да, в своем интервью, говорит интервьюер. В общем, что-то с женщиной, которая играла с этими куколками, стало что-то не то, да? Пока она их, короче, тестировала для детей. Если я правильно поняла. Чтобы вы понимали, я на этом месте сижу уже час, потому что я не могу его пройти. Мне пришлось скачать торрент-версию, вы не поверите. Просто не срабатывает этот вонючий экранчик, и все. Просто ничего не происходит. Я не знаю, как я умудрилась, я скачала ее в Стиме, понимаете? В Стиме. Ну, то есть, официальную игру. В итоге я скачала торрент и пытаюсь понять, заработает ли этот торрент здесь. То есть, может, просто какая-то ошибка у них в обновлении. Каком-то последнем вообще это, в принципе, возможно. Просто, ну, я уже не знаю, что делать. Вы не понимаете, как долго я уже, ты знаешь, уже где-то в миллиметре от того, чтобы это перестать делать. Потому что, ну, сколько можно уже сидеть. И вот ни хрена не работает. Так, ну, пошло электричество, так. Сломанная Steam-версия, или я сломала, понимаешь, у всех работала, у меня нет, я вам клянусь, я перепроходила 5 раз с самого начала, вы понимаете, я 30 минут качала торрент-версию бесплатной игры в Steam'е, чтобы эта штука наконец-то заработала, я просто проклята. Проклято! Все, что я могу вам еще сказать? Конечно, а вот тут все заработало. У меня просто не хватает сил. Я серьезно, я делала все то же самое. Если вы думаете, что я сейчас что-то сделала по-новому, вы абсолютно ошибаетесь. Потому что это не так. Это абсолютно не так. Это абсолютно не так. Я сделала все то же самое. Я даже не знаю, у меня просто слов не хватает. Ну, знаете, мы можем сойтись на том, что я в очередной раз сломала игру. В общем-то, это будет логично, потому что это, в общем-то, то, чем я занимаюсь уже на протяжении нескольких лет, а самолично ломаю игры, которые ни у кого, мать его, не ломаются. Так, а вы там собираете, что ли?
Мне хорошую хоть игрушку-то дадут. Друга хорошего. Он будет мне действительно другом? Спасет меня от Хаги-Ваги или нет? Если нет, то зачем он сдался тогда? Хотя что сделает вот такая игрушка против игрушки размером с Годзиллу? А, я должна получить, нам, походу, вот здесь, да, ее? Ой, как хорошо, что все заработало. Спасибо, что есть торрент! Ладно, извините, я просто слишком excited. Так, что вы там делаете? Собираете мне игрушку? Окей, что за игрушка-то? И, возможно, мне нужно просто вот, чтобы здесь открылся проход. А, ну эта игрушка, она ж тут повсюду вроде была, с оторванной, правда, головой повсюду, но тем не менее. Я думала, может, нам просто сюда пройти. Ну, зато пока я здесь шарохалась, да, пыталась понять, что надо делать. Я разобралась во многом, допустим, где взять... Почему робот смотрит на меня? Где взять кассету? Перестань это делать, это крипово. Ладно, может, ее сюда надо положить? Так, Итам. А, я ее... А, все, да, игрушка принята. Блин, ну это классно, если подумать в масштабах, как я уже и говорила. Просто я говорила это час назад, ты знаешь, что думаешь, я помню, что я там говорила. Это клево, собираешь свою игрушку, ставишь ее сюда, она сканируется, дальше проходишь. Ну шикарно, я бы, если честно сказать, даже и нечего. Ну типа, бляха! Ой-ой-ой, это было неожиданно. Ну, это было, да. Угу. То есть, надо было в дырку. Я не знал, что дырка откроется. Привет, говно, выходи. Опа! Ага, все. Так, ну нафиг я делала игрушку друга, никому не известно, потому что в этом... Нет. Опа, никакого смысла. Опа. Так, сейчас будут логические загадки, я знаю. Вам просто нужно с этим смириться. Вау, ты крутой, а ты быстрый. Хера себе система защиты здесь, я вам скажу, дуганы. Это неплохо. Это прям, конечно, ни один враг туда не залезет, знаешь. Я бы тоже не поперлась на фабрику, знаешь, что такая дрянь будет меня здесь убивать. Правда, все начнется заново, если я сейчас сдохну, а это не классно абсолютно. Вот все заново, когда начинается, вот такие особенно погони длительные, когда они прям длительные и... Опа. Пошел в жопу. Ксюха, ща выйдет. Опа, все, Ксюха выйдет, выйдет. А сейв был хоть один? Алло. А еще быстрее бежать нельзя? Опа. Ты что делаешь? Что делать? Че? Меня замкнуло. Замкнуло. Так, он ломит дверь. Но он крутой. Ну, сейв будет прямо перед этой дверью, я думаю. Прикинь! Разработчик, ты чё, ну? Прикалываешься заново бежать? Я считаю, нужно было делать сейв прямо перед той дверью, правда. Ладно, пробегу еще раз. Под пристальным взглядом Хаги, подумаешь. Вообще, если в начале игры нам говорили, что тут очень особенная система защиты будет... Да, то есть вот, ну, что-то вроде вас ждет сюрприз, что у нас не только система защиты, но еще и приколы всякие существуют, спойлерить типа не будем. То если это ваша система защиты, то вы сумасшедший. Человек, владеющий этой компанией, просто долбанулся головой. Ну, потому что делать настолько убийственную, как бы, систему защиты, это... Это да. Это прям ничего не скажешь. Ладно, пофигу, я добегу, главное. Так, ладно, я добегу, и коробку надо сбросить. Коробку. Все, коробка, я не заметила. Ну, че бы, ни, с кем не бывает. Пока. Прости, ой-ой-ой, больно наверх.
Хотя, ты знаешь, мне пофигу. Вообще, за это можно нехило такой штраф выписать, да, всем этим ребятам? Ну, ты представляешь, пострадаешь, во-первых, физически, во-вторых, ну... Хаги-Ваги, во-первых, кровью почему-то... Почему у него кровь? Это же игрушка. Я думала, это просто игрушка, которая с, вместе с Поппи развились в разуме, как бы преисполнились в понимании вселенной и выступили против людей. Вот. И поэтому, как бы, это не человек, а у него кровь. Опасность, не беги туда. Ну, вроде это было... А, мне же и надо было найти цветок. Господи, я уже и забыла, представляешь, начало игры. Ну, потому что багулю ловить было неприятно, так? Что у вас там? Так, последнее. Прототип. Мы решили сделать самого, короче, скиллованного, самый крутой эксперимент с игрушкой. Если кто-то и пропал, то только по его причине. В общем, мы не знаем, при каких обстоятельствах, и... Мы сделали это и совершили ошибку, сделав эту куклу. Больше мы эту ошибку не повторим в будущих экспериментах. Все это было сделано во имя науки. Но типа мы сожалеем. Ну, в общем, они делали, видимо, игрушку с более развитым интеллектом вот этого Хаги-Ваги. Делали, чтобы он был круче, видимо, Поппи. Если я правильно перевела последнюю кассету, если нет, напишите, как это правильно переводится. Но он вышел из-под контроля, и мы типа думаем, что именно этот субъект виноват в том, что все пропали. Мы это делали во имя науки, больше мы такой ошибки никогда не совершим. Я что-то боюсь там за свою жизнь, ла-ла-ла. В общем, ну, в общем, понятно. А кровавого вы зачем его с кровью и плоти просто собрали, как минимум? Ну, то есть, это первый вопрос, который возникает у меня в голове. Сделали бы шестеренки. А вдруг, если у него есть кровь, есть сосуды, он имеет способность регенерироваться, так это вообще дебилизм. А если ты сделаешь его из шестеренок, масла и проводов, то что? То это обратно не срастается, это не живые ткани. Вот это я загнула, ой! Извините, честно, это я не специально. Я загнула, я знаю, прям капитально загнула, но если он, это правда были кровавые следы, а это было похоже на кровавые следы, то я абсолютно верна в том, что я сказала. Ты когда-нибудь слышал такую мыслю от кого-нибудь? Вот так. Понятно, детская комнатка. А для кого это детская комнатка? Откуда музыка идет? Или это просто музыка? Тут что, держали в заложниках ребенка, блин, который сделал с Хаги-Ваги монстр? Ну ладно, есть здесь же много глав, блин, она же не одна. То есть не стоит думать, что все так просто как бы закончится. А, ну вот и Поппи. Но при чем тут Поппи и Хаги-Ваги? Я что-то связи не уловила от слова совсем. Поппи, кстати, походу сломанная. А! Вот это же дверь. Поппи открыла глазки. Но Поппи не то, что искусственный интеллект. Она может... Ты открыл меня. Мою коробку. Мы не знаем связи и, видимо, не узнаем до конца. Я не знаю, сколько глав вообще в этой игре планируется. Но эта багуля была мега неприятная. Хотя, возможно, это я ее сломала. Ну, я не отрицаю этого, как бы, абсолютно. Я точно знаю, что со второй главой, с Chapter 2, тоже есть проблемы. В плане, она не у всех запускается или запускается с ошибкой. У них буквально от разработчиков есть в Стиме прям написано, если у вас не запускается игра, сделайте то-то и то-то. То есть, какая-то игра кривовата, если честно. Да, есть такие моменты там, вот. То есть, ладно, я догадалась, как бы, скачать торрент-версию. Это хорошо, что я могла ее найти. А если ее ты не можешь найти, ее, то что тогда тебе делать? Не знаю. Что прям страшно было? Ну, чуть-чуть дерганулась я, когда вылез Хаги-Ваги. Немножко прям так, немножечко перепугалась. Но, в общем-то, так пока неизвестно, но очень похоже. Да, есть что-то такое вот. Какой-то вайб Five Nights at Freddy's. Что-то такое вот прям ощущается. Вот, так что посмотрим, как там дальше продолжение будет, о чем оно будет, интересно ли оно будет. Насколько я знаю, оно проходится долго достаточно, там часа два, а то и три вообще придется проходить.
Ну вот, но мы узнаем это, когда я буду это проходить. Все, вот, ребят. Всем спасибо большое за внимание. Мы увидимся с вами в других роликах. Отдельное спасибо немногочисленным спонсорам, которые все еще могут поддерживать спонсорскую подписку. Мы увидимся с вами в других роликах. И всем пока.